Всем привет, вы на канале Custom 78. Сегодня мы разберем такую модель, как Ford F-Stop 100. Здесь вот более видно. Вот. Идея по нему такая, сделать в стиле миньонов. Сейчас мы приступим к снятию краски. Так, краска слезла, вот, и чтобы ее до конца счистить, я использую вот такие щетиночки, щеточки, грубо говоря, получается. Раз, раз. Вот, считайте, что она чистая. Видят маленькие пазы, они всегда очень тяжело слазит. Ну, сейчас в итоге я просто вам результат покажу, что у меня получилось. Так, ну вот, я очистил от оставшейся краски. Раньше я все делал автоматом, как бы маленькой дрелью снимал. Но, как показала практика, вручную намного качественнее получается. И более безопаснее, в плане того, что маленькие эти вот заусенцы, они хотя бы не разлетаются прям в разные стороны. И в глаза не попадает. Вот, ну а дальше я уже нанесу краску, всю полностью процедуру. Ну что, произведем покраску. Будем наносить желтый цвет. Приступаем. Покрасочку. Очень хорошо, кстати, выглядит довольно.
долго пришлось поработать над этим желтым цветом, потому что тут показалось уже не три слоя, но пришлось накрывать, а четыре. Все как не мог закрасить некоторые моменты со стыками. Вот, теперь я буду носить синий цвет. Проклею здесь скотчем бумажным. Скажем так, сделаем линию. И прокрасим нижнюю часть. Как это будет делать? Ну, я думаю, подумаю насчет каких-нибудь идей, как его лучше сделать, чтобы было более интересен сам пикап. Так, ну что, повезли покрасочку. Сделали вот такой вот желтый-синий наплывчик небольшой. Есть косички, да, есть косяки все-таки по машинке. Ну что, итог подведем. Довольно очень красиво все получилось. Легла очень, кстати, хорошо данная татуировка. Очень даже, кстати, хорошо. Я ожидал, что будет хуже. Ну вот, все, подготовил колеса. Сейчас мы соберем данную машинку. То, как получился, вы сейчас увидите. Не забываем подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Perfect.